чрезвычайно редко, только во время прохождения глубоких циклонов, как сегодня. Убедиться в том, что измеренное нами давление было правильным, можно при помощи точного барометра анероида. На этом барометре имеется шкала, отградуированная в миллиметрах тутного столба. И действительно мы видим, что сейчас давление немного ниже 710 мм тутного столба, около 708 мм. Такое бывает в наших широтах достаточно редко.